Братский соблазн. В этой уникальной истории вы станете свидетелем воссоединения семьи, в которой произошла трагедия, а также участником любовного треугольника. Ох, ёб твою мать. Ёб мою. А чё ещё у вас есть новое? Узнайте свою статистику. Ага. Так, подожди-ка, тут нету, да, ещё дополнения? Нет дополнения. Набор, да, наверное, какой-то. Что, какой-то еще набор появился, что ли? А, такой еще есть. Ух ты. А это что за... И на что она влияет? А, да, на охотника влияет. Угу. Да, как-то она не очень смотрится, конечно. Ну, это на убийцу влияет. Угу. Корабль. Ух ты, ё-моё. О-о-о. Ага. Нахрен надо это. Так, продолжить. Ага. Надеюсь, что миссия еще есть, не пропала. Она должна, по-моему, быть в конце января, в начале февраля. Что ли? Историческая точность. Загрузится еще. Ой, ой. Я так не смог найти, где эта кузница долбаная этого Гефеста. Угу. Где ж ты? Миссия. А, вот она. Блудного сына. Ага. А она только там, да, и все, да? Ну и чудно. Сейчас только, блин, что ж ты, куда ж мне как телепортироваться? Ну, давай сюда, что ли. Появился новый контракт. Найдите ежедневные контракты. Ага. Добавить научную команду в свободную ячейку. Ага.
ты что? Так, смотрите в оба. Где-то бродит коза, в теле которой спрятан... Угу. Дальше. Копье Леонида. Угу. Отмена награды. Магазин. Изготовление стрел. Для переключения нажмите... Ага. Так, тратите ресурсы. Чики пепа пепа та 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 та. А ну-ка ты чё не? Ох, ёпта. Это морские охота. Это чё-то. Ну ладно, давай возьму уже, блядь. Может, что-нибудь поделаю. Ох, ё, а чё ты сделал? Тихо, дядя. А, это, да? Ой, блин, это не так. Блин, я привык, что R2 нажимает. Это в этом я как его привык в этом. Ассасин. Второй ассасин роста крови, там где-то комплект яйцо. Там, блин, R2 нажимаешь, блин, и это. X еще нажмешь. Еще пиздец, конечно, управление. Тут как-то оно полегче в этом плане. А, я тут, по-моему, L1, R, да. Это L1 и R1 тут контратака. А там контратака на четырехугольник, блин. Это, то есть, ну, квадрат, четырехугольник, короче, типа того что-то. Так, ну что мы там, дошли, не дошли еще. О, конечно. Мало не бывает древесины. Хотя у нас древесины, хоть жопа ей кушай. Угу. Здрасте. Давай. Не стоит здесь оставаться. А чё? А чё не стоит? Ой, блядь, подожди, а тут чё, надо кого-то убивать ещё? Оу. Здрасте. Здрасте. Ты чё, только один охранник так и? А, не. Эй, падла, иди сюда. Помоги. Я не могу идти. Что здесь делаем? Ну, блядь. Ну, блядь, сука, заебали уже, да? А ты чё, блядь? Гавкаешь ещё, блядь. Вот ты моя... Здрасте. Так. И как? А, подобрать его? Отнеси меня домой к отцу. Это в порту Кенхрей. Угу. Ну, погнали. А, тут лошадь надо. А, фобус нельзя пока, да? Верхом было бы быстрее. Ну да. Чмок, чмок, иди сюда. Так, по-моему, там на R2. R2 положить его, да? Ага. Давай, давай! А, вроде вспомнил, ага. Чего хотели разбойники? Они говорили о каком-то долге. Но я не представляю, что это значит. О долге?
Так он, блядь, еще долгий-то. Ох, ебать, а что это? А что это? Если подумать, их лица мне знакомы. Сколько себя помню, на порт, где я вырос, вечно нападала шайка разбойников. Шейк разбойников, ой-ой-ой. Шейк разбойников. Угу. Так, это нам туда надо, что ли? Подожди, нам туда надо, что ли? Ой, блядь, что я нажимаю не ту кнопку? Так, это ниже, да, спускаться надо? Мы на месте. Дом отца. Угу. И что дальше? Что, ничего не понял? Что надо? Находиться на земле. А, вот так что ли? Ну, как зовут прелестного спасителя? Алексиос. Рад встрече. Я Легинос, афинский поэт. Приехал навестить любимых отца и брата. К слову сказать, Тимофей, я дома. Это прекрасный Алексиос. Он спас меня. А где... Отец мертв. Что? Убит несколько дней назад, разбойниками. И ты ничего не сказал? Нужно готовиться к погребению, пожалуй, тебе тоже. За спасение, брат. Если ты так силен, как кажется, останься. Мне пригодится твоя помощь. Ты только представь. Все скорбят по-разному. Твой брат тоже потерял отца. С тех пор, как Тимофей вернулся с войны, он странно себя ведет. Он бился за Афины? Да, недолго. Как и наш отец. Теперь они рыбаки. Ну, отец уже нет. Потерпи. Оставлю дума Тимофею. Ты ведь наемник, верно? Я хочу отомстить убийцам отца. Не устал от кровопролития? Поэтому мне нужен Мистий. Проливать кровь вместо меня. Да и брат нуждается в помощи. Вместо меня. Бля, хитрожопая тварь. Ладно, я помогу. Как найти разбойников, о которых говорил Тимофей? По слухам, их логово к западу отсюда, в разрушенном храме Зевса. Они заплатят за содеянное. А там другим пультом. Тимофей, телевизор включить. Тебе нужна моя помощь? Мой отец сражался на стороне афинян. Он заслуживает быть погребенным как воин в своем афинском доспехе. Но не так давно его выкрали из нашего дома. Я должен вернуть доспех? Нет, по словам моего отца, вор покинул город после кражи. У торговца должны быть афинские доспехи. Скажи, что это для Диокла. Они дружили. Я достану доспех для погребения. Погребление. Пам-пам-пам-парам-тарам. Тэ-тэ-тэ-тэ-тэ. 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 Так, и чё там? А ну-ка. Снаряжение. И чё? А чё она показывает, чё у меня снаряжение-то? Так, как-то, наверное, что ли? Так, 212. Вот это вот так, 240, 29, да, всё так же, да?
А чё она показывает, что под этим, если у меня там нету ничего? Ничего ж нету-то. Ох, херня какая-то. Чё-то нового-то. А тут чё? А, это на арене. Ага, это, да? Угу. Ну чё тут-то, я не пойму, что ему надо. Это вот это задание, что ли, дали, или что это? Ну, это дополнительно вроде это. Орден бури. А, это культисты, что ли? А, это... А, это что в бухте вот это, что я не могу его никак найти. Что? Ага. Да, я вот это, блин, долбоеба не могу найти еще одного. Ну как его найти, я не знаю, как его найти. Я ж там уже все пооблазил, блин. Нет, ничего. Так, а какие задания ты взял-то? Что-то я не понял. Ну, это дополнительное это задание, это тоже. Крошник Ксения. Какие задания взял? Я нихера не понял, какие задания-то взять-то надо? Или это оно и есть, да? А, подожди, это оно и есть, наверное, что ли, да? А, это оно и есть. Я думал, что это, блин, которое то я на доске что взял. Ну там, думал, цвет такой же, блин, был. Так, лошадка. Иди сюда. Ага. То, блин, я там раньше был, то в бухте, блин. Ну там нету никого. Так кто там, блядь, это? Кому тут что надо? Разбойники, Ликинос говорил о них. О них? Он о них говорил? Что этих перебить надо, да? Ну давай. Если он говорил, то прибьем уже. Нахуй, блядь, тут. Теперь тебя ждет только Канон. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Ага. Осторожно действовать. Ага. Здрасте.
Ой, здрасте. Ой. Что за? Ой-ой-ой. Это будет последний наемник или разбойник-то. Здрасте. Нужно достать доспех для Тимофея. Ты чё? Лучше проваливай. Мы не сдадимся. Время мы победим. Ах ты, блядь, такая. Палака! Уэээ, бля. Ну, блин, сука. Очень, ёпта, блин. Так. Красть. Так. Надо забрать. А что она показывает? Я не пойму, что она показывает еще что-то. Гравировку, он этот новый. Развесит, наверное, новая гравировка. Я не пойму, что ей надо. И тут ничего нового-то нет. Не знаю, что она показывает там что-то. Так, давай-ка задание посмотрим. Нашел. Ура, нашел. Так, это чудо. Элла. Загрузка пока еще пройдет. Ой. Хайра, в твоей лавке не найдется афинского доспеха. Это для похорон Диокла. Тимофей может выкупить доспех отца, если хочет. Но не дешево. В каком смысле? Не так давно Диокл продал мне свой доспех.
Но Тимофей сказал, что его украли. Ну, он у меня, я не вор. У меня есть еще один комплект афинских доспехов. Похуже, но для похорон сойдет. Ты хитрожопый. Я куплю оба. Я возьму два доспеха. Вот, возьми афинский доспех. Доспех Диокла наверху. Угу. Блин, я нажимаю не ту кнопку. Сюда что? Подожди, я что, мог его украсть, что ли? Нужно встретиться с Тимофеем Эликинусом на похоронах. Шатка. Конечно. Ой, здрасте. Давай же, загружайся уже. Загружайся. Вот и ты, доспех, который мне нужен у тебя. Вот афинский доспех. Отлично. Теперь мы сможем похоронить отца, как подобает. Воина должен хоронить в цветах его народа. Да, верно. Спасибо за помощь. Рад помочь. Для церемонии также понадобится масло. Попробую найти. Спасибо. Это важно. Я переодену отца. Мести! Ну что? Разбойники мертвы, Эликинус. А, зная, что отец отомщен, я могу вздохнуть спокойно. Эти малаки случайно не объяснили, почему так поступили? Я не знаю. Неважно. Больше они никому не причинят вреда. Спасибо, Алексиус. Теперь можно предаться горю. Думаю, нужно рассказать обо всем Тимофею. Ты останешься на похороны? Уверен, отец по достоинству оценил бы вино. Тимофей просил принести еще и масло. Где искать подношение? Правда? То есть, ты найдешь все, что нам нужно на пристани? Скоро вернусь. На пристани. Эликинусу нужно вино для погребений. А ты что за два места? Твой тот надо? Вот то, что нужно Тимофею для подношения. Вот оно чё. Вот оно чё. Надеюсь, меня никто не заметит. Да, как тень. Как тень иначе, ёпта. Так сейчас как бы иначе. Так, а что если... Тихо, ребята. Мастер стелса 500 уровня. Так, что... Если я падал.